Ассаляму алейкум, мира и добра, мои дорогие. Добро пожаловать в мое новое видео. Начинается оно, как всегда, с готовки. Сегодня я хочу сделать зажарку на лагман. У меня тесто осталось. Я вам в прошлом видео говорила, что вот второй день мы едим лагман. Вчера вот гостей проводила, и тесто осталось. Нужно его доесть. Сейчас быстренько сделаю зажарку и как раз вам засниму. Зажарки у лагмана бывают разные, но в этот раз я просто по-быстрому сделаю грюсей. Сначала мясо обжарю подольше, чтобы мясо было мягким. Вот такая красота и вкуснота у меня получилась. Вот оно мое тесто домашнее. Сейчас мы будем ужинать. Сейчас нам будет вкусно. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Нам тоже приятного аппетита. Девочки, в продолжение этого видео хочу вам порекомендовать снова южнокорейскую компанию Atome. В этот раз вас приглашает девушка Ситора, которая работает в этой компании.
расскажу вам немножко подробности. Это очень хорошая альтернатива для тех, кто ищет дополнительный заработок к своему основному, также актуально для мамочек, да, которые дома сидят и хотят зарабатывать. Это прекрасная возможность. Для этого ничего не нужно, никаких таких особых вложений. Нужен только телефон, вы сидите дома, никуда не ходите и работаете. Тем более регистрация здесь бесплатная, нет ежемесячных таких обязательных покупок. Личные баллы никогда не сгорают, тут идет командная работа, нужно просто запустить свою структуру, пригласив в свою структуру 2 человека, и у вас уже будет своя структура, и работа начнется, да? Продукция Atomy идет премиум-класса, все ингредиенты идут на натуральной основе. Есть декоративная косметика, БАДы, средства для дома и многое другое. Также, что для меня немаловажно, у них есть сертификат халяль, есть доставка в обслуживающие центры по России, бесплатная, да, доставка, и по странам СНГ. Тоже в обслуживающие центры доставка бесплатная, поэтому очень классно. Много слышала об этой компании, многие девочки пользуются, многие работают, и везде положительные отзывы. В прошлом видео, когда я рекомендовала, тоже там мои подписчицы говорили, что они работают в этой компании, что им все нравится, и условия классные. Поэтому, девочки, если вы в поиске дополнительного заработка или же основного, здесь можно хорошие деньги сделать, и вы можете воспользоваться этой возможностью, попробовать себя в новой сфере, тем более не нужно никаких вложений, регистрация бесплатная. Попробуйте, возможно, для вас это будет актуально. Девочки, а здесь у меня в зале, смотрю, медовики зашли. Это свободные на сегодня. Я в Инстаграм выкладываю, когда есть медовые целые. Вот сейчас Анвар поедет развозить в свои магазины и заказы, которые девочки дают. Медовые мы не прекращали делать. Мы также делаем. Кто помнит, я начинала видео и показывала. Ну, когда вот только в начале многие спрашивали, чем занимается мой муж. И я когда говорила, что он делает медовые торты, все удивлялись. Так вот. Вот эти я вам могу сказать, что от А до Я он делал сам, своими руками. Некоторые спрашивают, это что такое, вот это что такое? Ага. Это же... След от духовки. Вот, так что, девочки, он также продолжает заниматься и этим бизнесом, и другой работой. Так что, кому нужно, пишите мне на почту или в Инстаграм, кто с Бишкека, у нас есть доставка. Наивкуснейшие тортики есть у нас заводской сметаны с натуральной сметаны. Это у нас идут сейчас заводской сметаны, а с натуральной это прям такие домашние. С натуральной сметаны это прям у нас домашняя сметана Хаймах, с нее делаем, да, крем со сливками, а здесь у нас идет заводской крем. Девочки, всем ассалам алейкум, как ваши дела? Я тут, короче, себе какой-то держатель взяла в машину, но что-то он как-то шевелится, шатается весь. Оказывается, он не рассчитан на такое положение телефона, как я снимаю на YouTube. В общем, сейчас я еду навстречу со своей подружкой. Я у нее обучаюсь в Валберису, и вот, мое обучение еще не закончено. Если честно, я вот пробовала в начале, потом улетела на Умру, и вообще не до этого было. Надеюсь, у вас голова не закружится от моего видео, что она болтается. Вот, сейчас я вытерла свою машину вот этими салфетками. Машина у меня очень грязная, я как с Умры прилетела, еще даже времени не было ее мыть, потому что у нас гости за гостями, еще 18-го у нас будут гости. И вот эти вот салфетки от Faberlic такие классные оказались. Это влажные салфетки для ухода за интерьером автомобиля. Вот, спасли прям, я хоть немножко здесь вытерла, а тут здесь все было в пыли. Вот, такие дела. Девочки, хотела сделать небольшой опрос. Делаете ли вы заказ на Валберис? И как часто? Какие товары вы в основном заказываете оттуда? Напишите, пожалуйста. Я сейчас в поиске ниши, хочу несколько ниш запустить, посмотрим. В общем, вот, без дела не сижу. Мне кажется, любая женщина хочет чем-то заниматься.
в том числе тоже хочу что-то запустить. Когда у меня вот один проект нормально идет, я уже не могу сидеть на месте, мне надо что-то новое начинать. Такие дела, потому что целыми днями дома сидеть просто невозможно, скучно. Домашний быт, вот это все очень сильно съедает человека. Вот. Поэтому я стараюсь как-то разнообразить свои будни мамские какой-либо работой. Такие дела. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يغفر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر Мы взяли, сейчас буду пробовать. А вот она, та самая подставка, девочки, которую я приобрела. Она вот так вот ровно держит хорошо телефон. Это когда в ширину ставишь, болтается. Так красиво блестит. Ночью особенно. Жалко, камера не передает. Днем тоже, когда солнце прям очень красиво блестит. Классно.